34 кадета Вологодской школы номер 15 впервые в этом году совершили прыжок с парашютом. В торжественной обстановке ребятам вручили свидетельства парашютистов и специальные нагрудные знаки. Подробнее Алена Закатаева. По программе подготовки спортсменов-парашютистов 60 мальчишек и девчонок с 8 по 11 класс совершили в феврале этого года прыжки с парашютом. Кто-то из них делал это впервые, а кто-то уже получил спортивный разряд по парашютному спорту. К этому ответственному шагу ребята готовились 4 месяца. Начали заниматься с ноября месяца, то есть зимой ребята ходили, готовились к прыжку, тренировались, учились укладывать парашюты, учились выполнять прыжок. И 22 февраля у нас были организованы парашютные прыжки. Уже пятый год 15-я школа Вологды сотрудничает с Вологодским аэроклубом. За это время около 80 подростков совершили прыжки с парашютом. Многие не по одному разу. Но специальная программа подготовки стартовала только в этом году. Руководство учебного заведения и инструкторы спортивного клуба планируют продолжать совместную работу. Для кадетов это особенно важно, ведь многие из них планируют поступать в летное училище. Алена Закатаева, Михаил Прищев, Вологда Портал.